канале «Интересные места, интересные люди». С вами Елена. У нас сегодня начинается маленькое путешествие, в которое мы приглашаем вас с собой. Кали мои друзья, доброе утро. У нас сегодня 30-е у нас сегодня, да? Да. 30-е у нас сегодня июля, солнце уже в зените. Можно сказать, время сколько у нас? Сейчас пол-восьмого. Вон лодочки возвращаются с лова рыбного. У нас завтрак. И мы будем двигаться дальше. Новый день, новые планы. Варю кофе на таком примусе. Здесь в супермаркете вчера видела популярные такие штуки. Ну, правда, удобно очень. Мобильное такое устройство переносное. С собой можно взять на природу. Сегодня последний день нашего полностью последний день пребывания. Едем в новое направление, Мони Лемонос. Православные достопримечательности расскажем и покажем то, что увидим. Такие серпантины. Знака ж не стояла. Да. Дорога такая по цвету, да? И давно делали разметку, и поэтому, наверное, знака нет. Наверное. Второй раз уже. Не с высоты мы смотрим, Лена, а смотрим как середины. Через 400 метров поверните налево. Так мы же приехали. Да. Вот оно и есть. Низине вдали. Да. Просто если что, можно дальше, то дальше проехаться. Потом еще тот пункт Сиракузи. Вот нелепо у нас. Съезд, да? Блин, да. Ух ты, какой крутой. Через 200 метров поверните направо. Комплекс церковных построек, да, полностью здесь находится. Поэтому здесь машину... А наше все вот это, вот все это комплекс. Прочитаю, как правильно это все звучит. Направо. Затем поверните направо. Да, вы видели уже. Спасибо тебе большое, дорогая. Наверное, здесь остановимся. Ну, вон машина стоит. Да. Сидячие стоят. Да, интересные крыши. Вот тенечек поставим. Ну, давай, тенечек. Тут же и таверна. Вот так это выглядит. Снаружи. 1523 год постройки. Но я его обхожу. И вон там тоже постройки. Здесь какая-то библиотека древняя, 5000 томов. А вот ослики, которые кричали. Ну, он им водичку, наверное, наливает, да. Водичку им наливает вон там. Мужчина. Видите, какие халюси. Ну, пошел пить водичку. Как будто бы родная. Да. А вот кисюли возлегают. Ну, ты что-то с глазиком. Болит глазик. Монастырь не мужской, мне можно сюда? Ну, ничего ж не сказали. Да. Агриталан.
по-гречески не умеем, патриарх, в общем, 1921-29 мая умер. А 1879-го... Турецкое нашествие, как раз и было. А 1879-го родился. Женский монастырь. А может, не. Ну, женщины есть, это уже радует. Розочки. Да, дерево подстрижено. Интересно. Ну, такое все, конечно. Ну, это у нас все выхолощенное. Все сверкит, сверкает и блестит. Здесь церковная достопримечательность немножко, ну, выглядит по-другому. Сколько построек вот этих красивых, интересных. Колоритные. Не знаю, там монахи жили. Может, где-то еще и живут. Такие чаны большие. Для воды сосуды. Скорее всего, для воды. Поскольку местность засушливая. Да, это для монахов. Это живые. Да. До сих пор живут монахи. Ну, где-то живут, монахи. Где-то не живут, да. Везде живут, все закрыто. Везде живут, да? Участки у каждого. Возделывают. Как же красиво, у каждого свое, да. Ты представляешь, каждый домик свой. Ай-яй-яй. И он не похож на другой. А пойдем, пройдем, вон площадка. Вот это красота. Ух, так уже забыл. Так уже нехорошо. Это же сосуды для воды, правильно? Да, длина воды. Ну, сюда не надо, давай туда пойдем. Почему? Какой-то мостик такой ненадежный. Это кто? Наверное, это павлин. По звуку. Ага, он беленький. Беленький павлинчик. А где? Ага, вон черненький. Их даже больше. Так, самец у нас красивый. Как всегда. А вот еще да, один. А он такой. Еще там, да, и вот еще. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Как интересно. Какое место интересное. Класс. Такое смесь запущенности, истории. Ну, у нас как-то такие места не все выхолощены. Как труба. Как труба. Да, у нас как-то вот церковные святыни, они выхолощены. Там все блестит, сверкает. Тут как-то вот я смотрю, немножко как запустение. А что у нас пиво? Черепка, щепка, такое же. Пёрышко прицепилось, да. Вот черепица посыпалась. Наверное, правительство не финансирует все-таки. Переговариваются. Ну что же самец второй? Может и нет. Нет, сам же может. Нет, он как это споет птичка. Да, да. С хохолком это он, по-моему. Не, не все с хохолком. Вон она пара пошла. Белая, то пара, видишь, цветным. И вон, то он стоит, а это она. Вода проложена, берется. Ух, и солнце печет. Подходили к монастырю, батюшка сидел за столиком, чего-то спел. Я так и не поняла, что... Ну, я же не знаю языка. Отсюда вид интересный. Для различные. Я не он. Жарко. Не мая дыма не брали мне с собой. Вот здесь проход есть, вот. А? Вот проход же есть, наверное. Может быть, да. Жаль, что вот это не реставрируют, конечно. Жаль.
Мы даже в таком стиле. Не-не, вряд ли. Вряд ли. Скорее всего, не финансируется. Трапезная. Трапезная. Кого? А? Пожалуйста, положи, подержи. Сейчас. Он прогнивший или какой? Да ну такой, да, чуть-чуть уже подгнивший. Пустой. Хай лежит красиво. И же он крестик сосуд. Банок дураки набросали. Вот это что? Не знаю, как лёд. Лена, мне вообще долго закрыть. Почему-то их не срывают. Вот они подгнившие. Висят. Большие. Может, для красоты. Котов здесь много и собачек. Дрова, это хоз, как хоздвор здесь. Там другой двор. Апельсины ешь, что так много. Там еще двор. Вот вообще оранжевые. И вид отсюда. Монастырь Святого Игнатия, известный как монастырь Лимонос, находится посреди живописного луга, из-за которого за ним, собственно, и закрепилось название Лимона, что в переводе с греческого означает «луг». Святая обитель была основана как монастырь Архангела Михаила в 1526 году святым Игнатием на руинах старого византийского монастыря. По инициативе святого Игнатия при монастыре была основана и школа Лимониас. В скором времени святая обитель превратилась не только в духовный, ну и образовательный центр острова. Кафаликон монастыря, впечатляющая трехнефная базилика, была построена в 1526 году. Несмотря на то, что за свою историю сооружение претерпело ряд изменений, основанная структура датируется 16 столетием. Неплохо сохранились до наших дней старинные настенные росписи 16-18 веков. Монастырь Святого Игнатия владеет впечатляющим собранием артефактов. Это иконы, облачения священнослужителей, церковная утварь, монеты, различные этнографические объекты и многое другое. В библиотеке монастыря насчитывается около 5000 томов, среди которых достаточно много и редких экземпляров. А также хранится внушительный исторический архив и коллекция византийских и поствизантийских рукописей. В главной церкви, в которую разрешен вход только для мужчин, находится удивительный резной потолок, а прямо из-под фундамента бьет святой источник. Там, где книги. Меня женщина что-то спросила на греческом, но я же не понимаю. Что-то мне хотела уточнить. И узнать. Гранат, не гранат. Не знаю. Ну, церковь в хорошем состоянии внутри. Вот инжир, посмотри, сколько. Большой такой. Но ствол у него. Такой. Ага, какая подпорка интересная. Посмотрите, какая подпорка интересная. Камень, как он изогнулся.
пальма, да, высоченная. А вот кипарис, не кипарис. В музей вход 2 евро. А вот часы, какие были раньше. Растения интересные, конечно, здесь. Для нас непривычные. А это паха. А это лыжи. Это, иди сюда, интересно. Это ослика запрягали, одевали на ноги вот эти лыжи с острыми вещами. И он как бы или траву, или пахал, бронил. Ты понимаешь, острыми, как лыжи. И ослик пошел, а он держал своим весом. Вот какое-то орудие труда. Мотыга какая-то. Это плуг. Плуг, это да. Плуг. Да. Таким ключом что откручивали? В те времена. Были такие болты большие? Скорее всего, да. Может быть, это двери. Фрагменты дверей. Как двери, да. Это фрагменты старинных дверей. Полу, какая дата? Не знаю. Сосуды впечатляющие. Шикарно просто. Друг мой. Друг бежит. Теперь продаст душу. Я не взял, мне было колбаски взять. Надо было. Она хотела взять колбаски. То кому-то она не лезет, а кому-то не хватает ее. После чего лезть? И мне тоже попить. Красиво. Супер. Там, где лейка, наверное, масло. Там, где большая вина. Ложка. Может, вино, да. Как прохладно мне здесь. Каждая келья, да, вот, оборудована. В ней иконки, лампадки, стульчик. Ну, все такое, конечно, в запустении. Вот, пеший туризм. Мы токсиколоми. Пошли вон ребята. Поздоровались. Вот друг нас сопровождает. Да. Я только допёр. Мне кажется, это смоковница маленькая. Вон вверх тянется. Даже вон как башни есть такие высокие. Ну, можно подняться, просто всё за стеной. Олег. Ну, поделись впечатлением от музея. 2 евро вход. 2 евро вход. В одном музее собраны десятки музеев. Если в каждом музее раскладывают все вещи, чтобы было видно объемность, то здесь им некуда ложить. Монахи, монашки в монастыре, наверное, прихожане дарили. Колец. Значит, с 700-х, с 500-х времен, с 600-х, чего только нет. Турецкой войны, щиты, мечи. Кольца, подсвечники, иконы. Я, наверное, на миллионы долларов икон. Стариннейшие. Сколько съемка, образов. Кстати, нельзя, наверное, по этой причине. Сколько образов, сколько картин, сколько одежды патриаршей, сколько одежды батюшек, священников. Сколько книг старинных. Ну, там просто всего. Подсвечников, колокола, кресты, иконы. Какие-то... Ну, вот так все собрано просто, там невозможно. Он же это музей небольшой, там... 4-5 комнат. Ну это просто шедевр. Я говорю, там греческий лесбосовский Эрмитаж. Столько собраний, столько красоты старинной, кто ценитель музеев, даже не раздумывая. Искусство, историю, не обязательно музею. Да. Даже не раздумывайте, поверьте, будете на Лесбосе, езжайте сюда. И там внутри есть храм. Вообще два храма посетили. Да. Но один из них мужской внутри двора. Да. Только мужчин пускают. И там интересно, вот расскажи. Для каждого подлокотники, каждые для места. Для того, чтобы порядка 100, поддерживать. Даже больше 100, так вот они по стене, там, вот эти деревянные, как стойлы такие. Ну, для людей, которые... Для всех. Стоишь службы для всех. Не шатаешься. Это не как у нас так вот стоят, потом люди не пройдешь, не это сам. Человек свое место, своя территория, пространство. Он встал, облокотился, стоит, слушает, например, Евангелие. Закончилось Евангелие, там пение, что-то еще. Он открыл, такая крышечка, тык, открыл сырушечку и сел. И сидит, слушает. Он входит, он с Богом вместе общается.
А не то, что у нас должны стоять, толкаться, пройти, пройти, я это не могу понять. Толчья какая-то. Здесь спокойно, здесь все размеренно, здесь все ровно. Супер. В общем, здесь, в этом Монни Лемонас, никаких, никаких домов жилых, только вот эти постройки. Инжиры, смоковники. Да, растительность очень интересная. Гранаты, козы, павлины, собаки. Рыжий друг. Да. Наш рыжий друг, напоили водой, и теперь он верный кот. Он просто ласку ощутил.